Всем привет! Вы на канале Лара Абхазаманка. Меня встретили в Адлере, и мы сейчас двигаемся к границе. Со мной мой неизменный водитель Сасрыква. Всем привет, привет большой. Мы сегодня поедем в Абхазию не одни. Ждем людей в аэропорту. Сейчас подъедем в аэропорт, забираем людей и двигаемся вперед. Мы уже подъехали к границе. Небольшая очередь. Стоим в очереди, посмотрим, за сколько времени мы пройдем границу русскую. Друзья, если вы едете, трансфер у вас с российскими номерами, то вы свой багаж оставляете в машине и проходите контроль без багажа. Если же вы едете трансфером с абхазскими номерами, то вы выходите со своими чемоданами и проходите с багажом паспортный контроль. Я еду на машине с абхазскими номерами, поэтому мне нужно сейчас выйти вместе со своим чемоданом и идти на паспортный контроль. Но пакеты, такая маленькая небольшая ручная кладь остается в машине. Но основной груз, чемодан, мне нужно тащить с собой. Увы, но это так. Да, я контроль прошла за 5 минут, а водителя я жду уже 40 минут. Друзья, границу мы перешли за час. Я перешла. Мы сейчас стоим на абхазской границе, и я забежала в салон сотовой связи «Аквафон». Хотела узнать, активна ли моя симка июньская. Но, увы, нет. Прошло 3 месяца, она уже не работает. Ну, у меня так всегда. А мне кажется, симка должна быть активна еще полгода. Ну, не знаю. Я купила новую симку. Тариф «Мегахит S» – безлимитный интернет. Стоит она 1000 рублей. 1050. Я с новой абхазской симкой. Все, сейчас мы отправляемся в страну души. Наконец-то. А Сасрыква не поправляет. Не мы отправляемся, а ты отправляешься. А что, не так, что ли? Все правильно, все правильно. Я отправляюсь, а он уже давно здесь. Поехали, да? А, кстати, друзья, я вам сказала, что мы поедем с людьми, но нет. Клиенты подвели Сасрыкву, подвели, сели в другую машину. Не самостоятельные такие бывают. Нехорошо, конечно, поступили, но ничего. Не расстраиваемся, правда? Не расстраиваемся, едем дальше. Нам без них будет веселее. Артём Сурняев, как это называется? Фейхуа. Фейхуа. Сок я не нашла. То есть фейхуа, лимонад, не нашла. Вот, буду пить мохито на абхазской границе. И есть хачапур хрустящий. Проезжаем Цанрич, и перед нами открывается вот такой замечательный вид на море. Но уже на абхазское море. Здравствуй, море! Привет тебе от всех моих подписчиков! Очень и очень просили передать приветик. Передаю. А когда приеду на место, передам еще раз. Вы его увидите уже в другом ракурсе. Увидим пляжи Гудаута. Вы же знаете, я еду в Гудаута. На столе оставив легкий след дыма сигарет, словно сон окутал наяву. Это было снова дежавю. Жизнь твоя тугим напополам, а моя лишь к вам. Как же ты могла, как ты могла, как
говорит мне нежные слова, говорит, что лишь меня ждала. Как же ты могла, как же ты могла, как ты могла, сердце мое в клочья порвала, ты себя другому отдала, как же ты могла. Мне теперь душа моя живет, на каких ветрах ее искать, чтоб всегда унять. Я скрывать не стану боль свою, я ее по новой закурю. Пусть уходит с дымом навсегда вся любовь твоя. Как же ты могла, как ты могла, говорить мне нежные слова, говорить, что лишь меня ждала. Как же ты могла, как же ты могла, как ты могла, сердце мое в клочья порвала, ты себя другому отдала, как же ты могла. Как ты могла, говорит мне нежные слова, говорит, что лишь меня ждала. Как же ты могла, как же ты могла, как ты могла, сердце мое в клочья порвала, ты себя другому отдала. Как же ты могла, как же ты могла, как ты могла, говорит мне нежные слова, говорит, что лишь меня ждала. Как же ты могла, как же ты могла, как ты могла, сердце мое в клочья порвала, ты себя другому отдала, как же ты могла. Мы подъезжаем к Гудауте, вернее, уже въехали в Гудаута. Я нервничаю, мне страшно. Как меня встретит хозяйка и встретит ли вообще. Надеюсь, все будет хорошо. Мы приехали. Хозяйка меня не встречает. Сказала, я на работе. Говорит, ну, адрес назвала. Сказала, дверь открыта. Заходи. Потом мне позвони. Типа, я вечером попозже приду. Сосрыка пошел искать этот дом и открытую дверь. Друзья, я уже заселилась. Извините за мой внешний вид. Сами понимаете, с дороги Лара. Мы сейчас в прихожей. Я вам говорила, что квартира у меня будет однокомнатная. Мы сейчас в прихожей, сразу зеркало на входе. Небольшое, но, слава богу, такое. Я думала, что вообще зеркала нет. Когда мне показывали квартиру, фото показывали. Есть прихожий шкаф. Ну, здесь я еще только немножко повесила. Чемодан мой еще не распакован. Пройдем на кухню. Я уже раскидала свои вещи, не обращайте внимания. Есть стол кухонный, одна плита. Вторая плиточка маленькая. Так, у нас есть посуда необходимая. Здесь у нас тоже, опа, извините, полный комплект. Кастрюльки, надеюсь, тоже есть. Кастрюльки есть, но мало. Две маленькие сковородки есть. Прекрасно, прекрасно. Так, есть холодильник. Это тоже сверху уже мое навалено. Холодильник я положила оставшиеся продукты с дороги. Малоежки мои любимые. Лара, это тоже малоежка. Посмотрите, все целое. И колбаска краковская, и другая колбаска, и белорусская колбаска, и свиные отбивные фольге, и бутерброды с сыром остались, и сыр у
меня остался яблоки, помидор, молочный коктейль, который мне подарила Татьяна, подписчица. Вишневка, папин компот. Все целое. Так что, малоежки, успокоились. Даже лимонад Лара в машине не выпила, была растрогана. Даже некогда было пить, понимаете? Так, конфеты у Лары лежат. Так, дальше идем мы в ванну. Ванна простенькая, очень простенькая. Ну, все необходимое есть. Вода, главное, припасена. С водой, наверное, все-таки напряженка, я так понимаю. Так, значит, душ. Ну, практически тут свалился. Вот эта шторка свалилась. Машинка стиральная. Не знаю, работает, не работает. Будем пробовать. Унитаз. Так. Дальше спальня. Ой, спальня, извините. Зал. Тоже, видите, чемодан не распакованный. Так. Кровати. Две односпальные кровати, соединенные вместе. Это плохо. Конечно, я так не люблю. Мой уже ноутбук. Так, столик есть. Лара, кстати, уже вся в работе. Она уже загружает видео с дороги. Видео с поезда. Телевизор есть. К Wi-Fi я подключилась. Слава богу, Wi-Fi есть. Кондиционер есть. Я, правда, не вижу, где пульт. Но я думаю, что мне и кондиционер не понадобится. Есть все пульты. Надо потом проверить, работает ли. Так, ну нет балкона. Вот это меня, конечно, удручает, что нет балкона. Ой, друзья, есть! Я даже не заглянула. Есть балкон, боже мой. Можно жить. Градусник есть. Так что, друзья, все есть. Люстры нет. Люстры нет, но она нам и не надо. Главное, есть свет. И дай бог, чтобы его не отключали. Друзья, сразу хочу сказать, эту квартиру я не рекламирую. Хватило с меня, как я прорекламировала вам свою квартиру в Новом Афоне. Теперь я туда заселиться не могу. Там теперь будут жить мои подписчики. Так что больше не буду рекламировать свое жилье никогда, если я, конечно, хочу жить там в дальнейшем. Здесь я хочу жить, поэтому никакой рекламы, никакого номера хозяйки я давать не буду. За квартиру я буду платить 1000 рублей. В Новом Афоне я платила 1300 рублей. Для других людей, мне сказала хозяйка, она будет сдавать по 2000 рублей. Если меня смотрят еще мои подписчики, которые теперь живут или проживали, или будут проживать в той новоафонской квартире, пишите, за сколько рублей сдает вам моя бывшая хозяйка эту квартиру. Та квартира, конечно, получше. Там и кровать шикарная, двухспальная, на кухне мебель хорошая. Там, конечно, получше. Но я непривередливый человек. Мне и так сойдет. Есть спать где, есть куда сходить в туалет, есть где помыться. Главное, есть плита и холодильник. И самое главное, что нужно для блогера, есть Wi-Fi. Так что буду жить. Сегодня уже поздно, на море не пойду. Завтра мы с вами увидим, как далеко находится от моей квартиры море. Доброе утро, друзья! Проснулась Лара, идет на море. Сейчас мы посмотрим, засекем время, сколько нам минут до моря, как и обещала. Потом вам скажу. Друзья, в своих предыдущих видео я говорила, что на отдыхе буду не одна. И, конечно же, я вам не соврала. Сейчас покажу, с кем я буду на отдыхе в Гудауте. Леночка. Здравствуйте. Доброе утро всем! Надеюсь, вы узнаете эту девушку. Думаю, узнаете. Так что мы с Леночкой вместе
все эти дни в Гудауте. И думаю, нам будет очень и очень весело. А скоро к нам еще присоединятся девочки, замечательные девочки с Камчатки. Ждем их тоже. С нетерпением. С нетерпением. Лена, есть что сказать моим зрителям? Ой, знаете, никогда не была в Абхазии в октябре. В этот раз первый раз. Я вам хочу сказать, погода чудесная. Приезжайте на отдых в Абхазию, не пожалеете. Лена здесь уже без меня 3 дня, оказывается. И самое интересное, друзья, мы снимали, бронировали жилье, каждый сам себе. Я на одном сайте, я на другом сайте. Лена знала только, что я буду в Гудауте. Больше она ничего не знала, ни моего адреса, ничего. В итоге оказалось, что Лена живет на 4-м этаже, а я на 2-м. Одного и того же дома, одного и того же подъезда. Вы представляете? Судьба. Судьба, не иначе. Вот так, друзья, бывает. Мы идем на море. Гиде латте. Села. А, ты уже прочитала, Лена рассказывает, здесь мемориал в парке. Мы сейчас по парку идем. А где он, Лена? Сейчас зайдем, пойдем. Парк. Мы его назовем Приморский парк. Я не знаю, как он называется. Мы Леандр будем называть цветет. Приморский. Они, по-моему, всегда да, цветут. И да, в июне мы их видели. Цветут. Вот. А не вижу мемориала я. Сейчас вылезем. А, это надо еще туда. А, все, теперь да, вижу. Я вижу. Мне сказали, что в Гудауте очень клевые дискотеки. Интересно, где они проходят. Сказали, в парке где-то. Ну вот не знаю, тут я никакой танцплощадки не вижу, ничего не вижу. Ну, будем расспрашивать у людей. Туристов, кстати, пока ни одного не встретили. Лена, ты в эти дни видела туристов? Да. Видела? Просто рано еще. Мы любим поспать, наверное, поэтому все выходят чуть попозже. Это они любят поспать, ну, да. А мы не любим. Да, да, поспать. Да. Россияне любят немножко поспать. Мы не любим. Кстати говоря, я сегодня первая моя ночь впечатления. Уснуть я не смогла. Живут в подъезде бездомные собаки. Они так лаяли, кого-то увидели, как помчались. И ладно, они бежали бы за тем, кого не увидели. А они бегали вокруг дома и лаяли. Это было что-то с чем-то. Не спала. Так. Лежачий человек без рук, да? Вечная память жертвам Лацкой трагедии 14 декабря 1992 года. А, это село Лата или Латын в Восточной Абхазии. Да. Лата, по-моему. Был, деревня Лата. Ми-8. Женщин и детей в основном там были, да. А, это когда вертолет летел вертолет. И кварчало. По-моему. Да, и грузины его сбили, да? Да-да-да, точно-точно. Из Порчала летел вертолет. Все ясно. И получается, он упал около этой деревни Лата. Да. Вот такой мемориал. Вечная память. Ой, здесь даже есть колесо обозрения. Есть, да. Елена еще не каталась? Нет. Нет. Мне кажется, оно не работает. Оно, наверное, работало. Ну, может быть, туристов мало, поэтому не работает. Что-нибудь одного человека катать. А мы можем выйти вот там. Показывай, ты уже здесь местная. Показывай. Я в Гудауте всегда проездом на рынок только ездила. Больше я здесь ничего не знаю совершенно. Рынок у них неплохой. Ты была на рынке? Да, я ходила на рынок. А рынок далеко? Нет. Ну, здесь вообще город, как мне сказали, маленький. Можно обойти. Ну, за 2 часа, говорит, весь город. Что мы вскоре сделаем? Да, да. Обойдем да. Весь город и не только. У нас много планов, друзья, много планов. Мы вот только встретились с Леной, сейчас мы на море все это обговорим, все обсудим. Наши планы дальнейшие на отдых. Такая тоже лестница. Мы любим такие лестницы, которые напоминают нам век, например, 19-й. Вы же знаете, я женщина из прошлого. Я себя в этом веке как-то плохо чувствую, ощущаю. Хочу в 19-й век ходить в длинных платьях, да, Лена?
Да. Ой, красота. Пиратский корабль есть. Вот, пиратский корабль. На картинках, да, на фото я всегда его видела. Хорошее фото здесь получается. Помните «Титаник»? Но для такого фото нужен мужчина. Представляете? Нужен мужчина, как она стояла. Помнишь, Лена? Да. Нам нужен срочно мужчина, чтобы сделать фото на «Титанике». Вот такой красивый корабль. А туда надо еще на самое острие-то как-то забраться с мужчиной. Да, надо крепко выносливого мужчину. Он приедет скоро. Но не знаю, сможет ли он сам подняться туда и нас с тобой поднять. Закинуть. Закинуть. Хотя я знаю, как можно забраться, Лена. Вот по этой лестнице. Топ-топ-топ-топ-топ наверх. Да, это металлическая выдержка. Да. Мы обязательно сделаем такое фото. Надеюсь. А это мне, друзья, покажу вам. Прикид. Первый. Пляжное платье. А еще Леночка мне подарила браслетик розовый. Помните платье в полосочку? Она везла мне специально к тому платье в полосочку с рукавом фонариком. Но, к сожалению, я не взяла его. Чемодан переполненный. Ну, это будет в июне. Это будет в июне. Уже вижу море. Красота. Сейчас мы и вам его покажем. Друзья, вот такая еще лестница здесь. Красивая. И кафе там, да, Лена? Называется балкон. Балкон, кафе. Мы непременно туда должны сходить. На этот балкон. Такая лестница. Так. И лестница к морю. И вот скоро, да не скоро, вот оно море, мы его уже увидели. Сейчас подойдем поближе. Есть экскурсии, но нет человека, который продает путевки. Ну и не надо нам, у нас должны быть свои экскурсии. Есть пирс, катамаран. Стоит. Так, людей, лодочки, я не вижу, не вижу, вижу на пирсе несколько туристов и больше никого, ни одной души. Вот такие пляжи Гудауты, октябрь, сегодня 7 октября, начало октября. Ну, может быть, народ испугался погоды. Да, не тепло. Так, 20 градусов, ты посмотрела, 20, Лена? Да. 20. Ну, как вам сказать? Не жарко, не тепло и не холодно. Не такие холодно. Ощущения. Не так, как в России, 20 градусов. Вот, ой, увидели туристку. Одно увидели. Здравствуй, море. Обещала показать тебя с другого ракурса моим зрителям. Огромный привет тебе от всех моих зрителей. Спокойное море. Волн нет. Температуру попробуем измерить. Я взяла с собой термометр, но там, по-моему, сели батарейки. Еле-еле показывает. Если удастся снять температуру, я буду Сергей Сухумский номер 2. Привет, Серега! Привет, Аляс! Друзья, уважаемые мои подписчики, многие хотели со мной встретиться в Абхазии, и я предлагала всем неоднократно в своих видео, что я бы хотела с вами встретиться, но к каждому персонально я не смогу приехать. Поймите меня правильно. Я предлагала встретиться всем вместе на совместной экскурсии, устроить пикничок и все прочее. Хорошо отдохнуть в приятной компании. Но мало кто изъявил желание встретиться именно на экскурсии. Поэтому еще раз я приглашаю всех, кто находится сейчас в Абхазии, у кого есть возможность поехать с нами на экскурсию Акармарские водопады в Восточную Абхазию. Это приблизительно понедельник, вторник, какое-то будет число.
9-10 октября на индивидуальную экскурсию. Водитель Сосрыква, мой друг. Если кого-то заинтересовало это предложение, пишите мне в личные сообщения ВКонтакте. Все обсудим. Буду ждать. Лена поплыла уже. Посмотрите, какая водичка вблизи. Кристально чистая. Так, я с градусником иду. Иду с градусником. Что-то там еле просвечивает на табло. Сейчас посмотрим. Лена говорит, я тебе без градусника скажу. 23-24. Ну нет. Я так теплолюбивая. Для меня пока прохладно. Пока прохладно. Просто солнышка нет. Да есть солнышко вроде бы. А ты прямо зашла сразу, и тебе хорошо уже. Не холодно? Великолепно. А мне холодно. Так, мой термометр пока что-то там 22,9 показывает. 22,9. Как вам правильно показать? Перевернуто, не перевернуто, я не умею показывать. Лена, посмотри. Сейчас Лена врать не будет. 22,9. 22,9. Да. Показывает мой термометр. Ну и я сейчас искупнусь. Великолепно. О, Ларочка поплыла. Водичка супер. Когда заходишь, конечно, друзья, прохладно. Но вот я уже минут 15 плаваю, высыхаюсь. Просто прелесть, выходить я даже не хочу. Загорать мы не любим с Леной. Будем только лишь плавать, наслаждаться. А потом, наверное, сходим на балкон, да, на этот, как вы, отметим, прямо днем отметим свою встречу. Так что, друзья, отдых у нас, можно сказать, начинается. Всех люблю, целую. Друзья, я забыла вам сказать, до моря 2 минуты ходьбы. Так что все отлично. Боже мой, какая кристальная вода. Люди подходят. Время, по-моему, 12 часов уже. Не представляю, что люди делают до этого времени дома, до 12 дня. Неужели можно столько спать? Или я не знаю, чего дома-то сидеть. Вот, Леночка плавает. Леночка плавает. Еще там девушки плавают. И я иду плавать. Друзья, мы направляемся в кафе. На море побывали. Теперь решили отметить свою встречу в каком-нибудь кафе. Думаем, в какую сторону нам пойти? Прямо или назад? Лена, куда нам, прямо или назад пойти? Я думаю, что, наверное, прямо. Пойдем прямо. У Лены сегодня шикарное платье, как и сама Лена, шикарное. Сзади посмотрите у нее, какой шикарный разрез, или как это назвать. В общем, все шикарно, все шикарно. Ты шила, Лена, или покупала готовое? Шикарное платье, красивое. Ну, Лена, конечно, покажет и мое платье, хотя вы уже видели его. А я вот в этом голубом платье, которое вам уже показывала. Небесное. Какое очень платье. Красивое платье, и очень Ларисе идет. Мне нравится, что оно разлетается. Такое платье. И мы идем пить и гулять в кафе. Уж не знаю, будут ли там танцы, не будут. Остаемся с нами и смотрим, что нас там ждет. Друзья, мы с Леной в кафе. Наконец-таки у нас вкусный будет ужин. Нам хозяйка очень любезная женщина. Очень любезна. Как ваше кафе называется? Адац. Как? Адац. А, в принципе, сами назвали. Вот, нам понравилась хозяйка. Она нам приготовила харчо. Вот такой, посмотрите, какой цвет шикарный. Потом, вот это блюдо как называется? Чинахи. Чинахи. Здесь мясо, да, баклажаны, овощи, картошка. Думаю, будет очень вкусно. Лавашик. И еще у нас будет салатик нам делать. Вот мы сегодня с Леной отметим свой приезд в этот чудесный город Гудаута. Попозже мы вам покажем обзор этого города.
Город мне понравился. Все здесь красиво, ухоженно, чистенько. Город прекрасный. Но попозже будет также обзор этого небольшого городишки. А сейчас мы выпьем за эту благословенную страну, пожелаем процветания и всем людям на земле здоровья и только здоровья. Вам большое спасибо за ужин. Мира и добра всем нам. Будьте здоровы. Спасибо, спасибо вам. И до новых встреч, друзья. До следующего видео. Пока-пока. Всего вам доброго. Белые в горах снега, как рану до утра, всегда здесь был я. Здесь живут твои друзья, все легенды знаю я. От Ингуна и до Сочи райская земля. От Ингуна и до Сочи райская земля. На абхазской стороне, словно на родной земле, здесь от Господа места и земная красота. Русский, будь ты или еврей, ждут тебя всегда на ней.